всем хочется и хотелось тогда иметь в Азербайджане управляемый режим, иметь ту власть, которая бы отвечала чьим-то интересам. Президент пытается убедить мятежников сложить оружие и решить все вопросы миром. Он прекрасно понимает, чем может закончиться битва слабой необученной армии с 2000 бойцов спецназа, прошедшими школу войны в Карабахе. Ему советуют тихо покинуть президентский дворец, как это делали три его предшественника. Алиев отвечает: «Я здесь умру, и никакая сила в мире не заставит меня уйти. Потому что если я уйду из этого болота, из этого хаоса, моя страна уже не выберется никогда». И он принимает решение. Ночью в прямом эфире он обращается за помощью к народу. Нам, bizim ordumuza müracaat ederek onlara bir daha bildiririm ki onlar öz Я обращаюсь ко всем. И в эти тяжелые дни жду от вас чести, достоинства, мужества, решительности, героизма. Азербайджанın torpaqlarına təcavüzə yol verməməlidir. Eyni zamanda onlar da öz гейнатларина, намусларина. Азербайджанский народ – решительный народ, мужественный народ. И я уверен, мы выйдем из этой тяжелой ситуации. Вы, в свою очередь, должны быть уверены, что я стою и буду стоять на страже нашей государственности. Мәтін қалқтыр ва әмінем ки бағыр сынақлардан да чығачақ. Мән сізе әмінем ва сіз де әмін ола білерсіңіз ки Азербайджанын девлетчілік кешінде мән дайми дұрмышам ва дұрачақ. Сау ол. Әшк олсын бізім аналара, әшк олсын бізім бачылара. Я не знаю, какой бы руководитель взял бы на себя смелость вот так в трудный момент обратиться к людям, и люди пришли бы к нему. Они пришли его поддержать. И он после этого почувствовал еще большую уверенность в том направлении, которое он избрал. Это было. Мәні мүстегіл Азербайджан Республикасының президенті сәшті.